Привет, мои дорогие ребят. Быстро прибежала, накрутила. Захотела я шаурму. Я же уже готовилась, говорила с утра. Быстро прибежала, накрутила. С работы. Время уже много, конечно. Ну, хочется жрать. Ой. Ну, вот так и живем. Чайку. Шаурма, наверное, горячая. В общем, прям все, бегом. Ну да, да. Я лаваш разрезала на две части. Не очень много, больше начинки, чем лаваша. Ну, не перчила, только посолила. Может, и подсолить придется. И немножко майонеза. Нет. Дошло майонез. Сначала суховатая какая-то была. Я сегодня что-то подустала. Ну, пожрать надо. Завтра нас ждут великие дела. С утра я поесть, наверное, не успею, я у меня к 8. Поэтому я давно уже так рано не вставал. У меня еще вторые смены. Шаурма, кстати, с курицей. На Вайлдберрис надо, и у нас опять наш Вайлдберрис переполнен, и типа за отдельную плату. Я сказала на проспект. Уже 8 вечера, ну, после 8 часов туда идти не хочется. Но мне не пришла еще одна штучка. Думаю, что я буду 10 раз ходить. Вот ты придешь. Я все посмотрю, за что можно и что нельзя забрать. И чай. Чай себе сделала. Ой.
вечером не до болтовни, только пожрать. Смонтировать и спать. Вообще полезная шаурма у меня. Много овощей. И куриная грудка. И мало лаваша. Он был огромный. А я его обрезала. Ну и делала я все сикость-накость, конечно. Поэтому не снимала. Не досолила. Да. Ну ладно. Что ж теперь сделаешь? Осталось совсем чуть-чуть. И оставлять жалко. Размокнуть. Пропадет бедняжка. И вроде уже наелся. Я уменьшу ее. В общем, тут бац, там бац. Пошла я спать. Всё. Нажралась. Как поросёнок. Хлёп-хлёп. В общем, всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки, ваша Наташа. Люблю я ночные смены. Все равно вот получается
Да, ты можешь там, кто-то спит до 12, может, до 10 даже проспать. Ну, тут встаешь рано. Какие-то дела дома поделаешь, какие-то чего-то поделаешь, да, все равно у тебя получается вот даже больше, чем 12-часовой день. То постирать, то сготовишь, то прибраться. Я вот сегодня прибиралась. Вот плиту намыла, уже испачкала. Вчера, правда, ребятишки тут полы мыли. Ну, с животными хоть каждый день мой. И уже к вечеру приходишь, как будто на тебе гребли. Не выгребли.